В Приморье право на досрочную пенсию получили более 8,5 тысяч медиков. Для получения денежной выплаты необходим специальный стаж работы. Это не менее 25 лет в сельской местности и не менее 30 лет работы в городе или, если это смешанный стаж. Кроме этого, как отмечает отделение Социального фонда России по Приморскому краю, для досрочного выхода на пенсию важна и занимаемая должность, предусмотренная списками, утвержденными постановлениями правительства Российской Федерации. Еще в 2019 году вступили в силу изменения в законодательстве о переносе пенсии медперсонала на 5 лет. К примеру, если сотрудник здравоохранения выработал стаж в июне 2024 года, то на пенсию он сможет выйти уже в июне 2029 года. Но уходить вовсе не обязательно. Трудовую деятельность можно и продолжить. Зависит это от желания медика. Также напомним, 16 июня медицинские работники отметят свой профессиональный праздник.